холодновато, и сугробы попадаются. Ничего, для нашего с вами занятия любая погода хороша. Мы ведь простуды не боимся. А при чем тут простуда? Вот вам за кроссовки не страшно? Нет. А это у вас что? Кроссовки, конечно. В целлофане? Конечно. А вы что же, инструкцию не читали? Вот. При носке обуви следует исключить воздействие на нее разных веществ, вредно влияющих на пенополиуретан и применяемые материалы. Так что в целлофане надежнее. Что ж не можно только в солнечную погоду бегать? Да вы что, не дай бог. Вот написано, даже при хранении обуви следует исключить воздействие на нее прямых солнечных лучей. Я их в солнечную погоду вообще из дома не выношу. То нельзя, это нельзя. Для чего же они годятся-то? А вы что же, памятку не читали? У вас ноги не устают? Нет, привык. Руки устают, а ноги ничего. Главное их до дома в целости донести. Я только не понимаю, зачем нужны такие кроссовки? А вот тут все сказано, читайте. Обувь предназначена для активного отдыха. Вот они и отдыхают. Минуточку. Только не подумайте, что все это актерская шутка. Вот письмо гражданки Шестаковой из Хабаровска, в котором она с возмущением пишет об удивительных качествах кроссовок Томского завода резиновых изделий. А вот и инструкция к кроссовкам. Послушайте, а вы когда свои кроссовки покупали, вам к ним инструкцию не давали? Да нет, к этим кроссовкам никакой инструкции не дают, не повезло. А вас тоже Томского завода? Не знаю, там не по-нашему написано. А мне повезло. У меня все по-нашему. Это же роботы. Глаз забит, а планом не снижают. Так что приходится пускать по кругу. Люди от такой работы отказываются. Вот и ставим роботов. Безобразие. Правильно отказывается. Это же бессмысленная работа. У тех, кто работает, должна быть заинтересованность, должна быть живинка, огонек в глазах. А у вас? Ну как? Не понравилось. Сказал, работать надо с огоньком. Ну это просто. Это песчаные дюны, воздух, напоенный соснами, знаменитый янтарный берег. Юрмала, всесоюзная здравница, прекрасный курорт. Если Юрмалу не видел, если Юрмалу не видел, значит ты не видел ничего. Если Юрмалу не видел, если Юрмалу не видел, значит ты не видел ничего. Добро пожаловать. И это тоже Юрмала. Строительные краны на берегу, высохший лес, загаженная река. Еще в 1977 году Совет министров Латвийской ССР объявил полосу побережья шириной в километр объектом государственной охраны. Строительные работы здесь были запрещены. Охрана природы поручена 9 государственным инспекциям, комиссиям горсовета, госплана, президиума Совмина, многочисленным отделам министерств, множеству других организаций.
И несмотря на такое количество защитников природы, строительство в охранной зоне продолжается. Здесь, к примеру, идут работы по сооружению санатория Ментяжмаша. Я исполнитель, я исполняю. По проекту. А вы знали, что здесь охранная зона? Да, прекрасно знал. Об этом знают все, даже маленькие. А взрывные работы зачем проводили? А потому что они предусмотрены проектом. Вот так, правдами-неправдами добиваясь разрешения на строительство, в дюнной зоне уже возвели свои здравницы около 60 министерств и ведомств. На очереди еще 16. Для них постановление Совета министров будто не существует. Ну а что думают о судьбе курорта сами жители Юрмалы? С умом работать! С умом! Не... Я извиняюсь за выражение. Не думать про премиях, не думать про славу, а просто думать про природу. Территориальное развитие Юрмалы научно не обосновано. Юрмала и теперь не дружит с наукой. Ну вот, кому-то пришло в голову здесь, вот в таком прекрасном месте, начинать строительство. Откровенно говоря, это хамство и безобразие испортить вот наш знаменитый янтарный берег. Здесь берется песок еще из этой реки для строительства. Сотнями тысяч тонн горы песка, который изымается из этого уже так несчастного, изнасилованного русла. Не знаю, есть здесь хозяин в этом городе или нету? Хозяин, конечно, есть. Исполком городского совета во главе с председателем товарищем Лапшиным. Аркадий Кириллович, надо же что-то делать. Надо срочно спасать красавицу Юрмалу. Совмин сейчас создал временную комиссию по изучению экологической обстановки в Юрмале. Еще одна комиссия. Ну, а скажите, пожалуйста, а почему бы исполкому прямо не отказать всяким именитым застройщикам? Отказать мы не могли, в общем-то, достаточно аргументированно, кроме доводов об охране природы. Так ведь интересы природы — это и есть главный довод. Кому нужны будут все эти каменные хоромы, если погибнет уникальная природа курорта? Значит так, товарищи. Постановлений вы тут напринимали много, а толку от них... Сами знаете, да? Да, да, да. Поэтому мы решили провести один эксперимент. А эксперимент вот какой. Я у вас человек новый, всех в лицо не знаю. Есть тут директор обувной фабрики? О, конечно. Я директор. Очень приятно. Я извиняюсь, вы ботинки какие носите? Как? ФРГ, фирма Саламандра. Хорошая фирма. А теперь будете носить ботинки своей фабрики. Целый месяц. За что? А в этом и есть суть эксперимента. Что производите, то и потребляете. Да, да, да. А вы у нас кто будете? Я? Начальник транспортного управления. Ага, понятно. Выходит, мне теперь городским транспортом ездить? Целый месяц. Так. Теперь... Вы? Нет, нет. Не имеете права. Я жить хочу. Я не хочу в могилу. Не хочу в могилу! Это уж чересчур. Он что, директор кладбища? Директор треста столовых. Ах, столовых. Ну, эксперимент экспериментом, а рисковать кадрами мы им не можем. Вот именно! Кадров не хватит!